Девчоночки, всем привет! В сегодняшнем видео хочу вам показать свой заказик. Ссылку там, где я заказывала, оставлю внизу. И эта продукция есть на Валберес, на маркетплейсах. То есть без проблем можно будет заказать ее. Сейчас не нужно платить за доставку, потому что очень многие компании выходят на маркетплейс. Вот. Тут у меня 6 продуктов. Натуральный спрей-кондиционер для тела. Вообще, вот ту продукцию, которую я вам показываю, она на 90 с чем-то процентов состоит из натуральных ингредиентов. Очень классные составы. Натуральный спрей-кондиционер для тела. Конечно, он больше подойдет для лета. Я его оставлю для лета, потому что сейчас холодно, и все равно, даже когда ты выходишь из душа, я, например, не чувствую тепла, да, прохладно. А ты когда наносишь, я когда наношу какие-нибудь спреи для тела, такие именно, чтобы они были жидкие, да, то при испарении влаги с тела начинает вот это вот... эффект охлаждения. То есть вот этот спрейчик очень классно будет использовать именно летом. Поэтому я его поставлю в холодильник, да, чтобы он мне до лета достоял, и чтобы сроки годности у него не вышли. Хотя сроки годности вполне себе нормальные. 01.01.2023, но все равно гораздо лучше будет храниться именно в холодильнике. На лето самое то, потому что летом, например, я не люблю пользоваться каким-то молочком для тела, да, какими-то кремами, потому что это все равно все липнет, все какое-то некомфортное. Но все равно, допустим, если вы там поедете отдыхать, если у нас там все будет классно, круто и откроются все пути, хотя и сейчас при желании можно уехать, вот, кожа очень сильно сохнет. Ну и в принципе, неважно, там будете купаться там на речке где-нибудь, да, на нашей Волге. Кожа сохнет от солнца, от частого там мытья тела, потому что гелем для душа постоянно пользуешь, там по несколько раз в день душ принимаешь. Собственно говоря, крутая штука именно конкретно на лето. Это я для себя такой вывод сделала. То есть он прям как водичка такой, прям как увлажняющий спрейчик. Потом там взяла натуральный шампунь для роста и против выпадения волос. У меня сейчас глобальная такая проблема после ковида нарисовалась. Это у меня очень сильно выпадают волосы. Поэтому я специально взяла вот эту вот линейку. Я парочку раз уже пользовалась. Очень классные запахи. Вообще крутая отдушка. На 99% состоит из натуральных компонентов. Здесь у нас что? Сейчас, подождите, найду. Гидролизованный кератин, протеины шелка, гель алоэ вера, витамин В5, Ф, Е, драгоценная розовая вода и комплекс экстрактов алоэ, аира, граната и меда, масло сандала, амаранта, конопляновое, касторовое масло, не содержит СЛС, ПЭК, парабенов, силиконов и минеральных масел. Запах, конечно, потрясающий. Прям. Ой, шикарный аромат. Прям вот гранатами, не знаю, здесь я прочитала, если, да, он на самом деле из граната состоит, и действительно очень классно пахнет именно гранатовым соком. И активизация роста волос, то есть именно конкретно под мою сейчас проблему, я пользовалась пару раз, естественно, после пару раз сказать мало что можно, просто имейте в виду, что есть такая линейка. Этот шампунь, он стимулирующий для роста и против выпадения волос. А вот эта маска. Наносила я ее дважды пользовалась. Первый раз наносила на корни, но имейте в виду, если у вас кожа головы подвержена сальности, то есть если они у вас жирные, то, естественно, если вы будете маску на волосы, она не предназначена для того, чтобы наносить ее на корни головы, на корни волос, да. Но так как маска же, она, как бы, как это сказать, ну, сейчас. Активизация роста, да, волос, то, естественно, ее нужно наносить на корни, потому что вот эта вот часть, которая отросшая у нас часть волос, это все-таки мертвые волосы. Если вы будете делать маски, это просто, знаете, как за счет там силиконов, за счет там каких-то масел будет у вас структура волоса, она становится более гладкой. Видите, у меня сейчас какой волос крутой, прям очень мне нравится, такой прям струящийся, причем я не вытягивала его утюжком, да, но он вот сохраняет вот такую вот гладкость волос, хотя у меня он сам по себе волнистый. И, но, опять же, вот я наносила дважды, один раз пользовалась, я нанесла на корни волос, другой раз я нанесла только на кончики. Да, жирнятся быстрее волосы, если наносите на корни, но это даст эффект. То есть, если вы хотите действительно, вы просто будете чаще голову мыть, если вы хотите действительно добиться
укрепление волос, то желательно маску наносить на корни. Тут уже никуда не денешься, просто нужно будет чаще мыть голову. Вот такая вот сладкая парочка. Сейчас вообще хочу перейти полностью на нее, чтобы восстановить волосы, потому что волосы вообще лезут не дуром. Вот. Потом, знаете, как я очень редко пользуюсь, и хотя сейчас есть острая необходимость, безумно сохнут руки, постоянно наношу какой-нибудь крем там для рук, вот, но забываю наносить его на... в течение дня, наношу на ночь. Вот, крем для рук, можете представить, вот такая вот малюсенькая небольшая баночка, миниатюрная. Крем такой достаточно жирненький, то есть он не как эмульсия наносится, несмотря на его эмульсионную такую текстуру, но... И запах просто потрясающий запах. Вот, натуральный крем для рук и ногтей, интенсивный уход. Здесь масло персиковых косточек, экстракт амаранта, солодки, тоже без ПЭК, парабенов, силиконов и минеральных масел. Натуральные. Но, естественно, вы понимаете, да, если мы берем натуральную косметику, то она будет стоить чуть дороже, чем ну, такую вот обычную какую-нибудь силиконистую, да. Составы у них, девчонки, потрясающие. К сожалению, вот iPhone это такой телефон, он ну, не хочет фокусировать, вот как ни крути, вот не хочет фокусировать мне составы. Приходится как-то делать подсъемы, или, ну, сейчас я не делаю, но приходится иногда делать подсъемы. Смотрите, здесь на первом месте вода и пошло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Очень много всякие провитамины, всякие экстракты, витамины. То есть очень богатейший состав, прям вот наикрутейший состав. Если хотите, я могу, если у вас будет такой запрос, я могу отщелкать, в Инстаграм разместить у себя, заодно, может быть, ко мне на страничку Инстаграм зайдете, потому что я там иногда бываю активна, не часто, но бываю активна, вас с удовольствием там жду, вот, и я могу вам отфоткать составы, и вы можете посмотреть и убедиться, что составы просто наикрутейшие. Вот, и еще взяла натуральный спрей-концентрат, он тоже для роста волос, то есть я себе взяла три продукта, и тоже наношу на корни, из-за этого корни быстрее грязнятся, но никуда не деться, потому что мне нужно сейчас привести волосы в порядок, потому что у меня высыпан весь пол в волосах, я стираю одежду, и просто вот, допустим, там хожу в течение дня, если где-то по своим делам, прихожу, и у меня весь затылок, не затылок, а вся спина в волосах, то есть я всю себя оббираю. Сыпется просто, ну, просто кошмарно. И вот взяла три продукта, специально какой-то интенсивный такой курс провести, чтобы восстановить волосы. Это шампунь помыть, это нанести маску на корни волос, да, и потом побрызгать себе на корни волос, да, чтобы это там в течение всего времени, там в течение нескольких дней до следующего мытья у меня кожа была. И, кстати, этим спреем можно пользоваться каждый день, то есть его... Не только после мытья можно наносить. Хотя здесь и написано, распылить спрей на чистые, влажные или сухие волосы у корней по всей длине. Рекомендую использовать 3-4 раза в неделю. Но я бы несколько раз в день, в зависимости от интенсивности выпадения. Слушайте, а что, все? Ну, закончилось, да, получилось на 6 продуктов. Вот, вот такие вот средства протестирую, обязательно вам расскажу, в пустых баночках, так в течение буду пользоваться. Если уж решу проблему вообще с выпадением, с глобальным просто, я не знаю, с волосопадом эта проблема, то, не знаю, буду петь вообще дифирамбом. Ну, вот все эти продукты, кроме вот этого спрейчика, мне сейчас необходимы, потому что это все-таки спрей для меня лично, это больше такой... уходовый продукт, я не знаю, чем я думала, когда я его заказывала, больше такой летний уходовый продукт, вот, потому что выхожу как-то вот, чтобы потестировать, распределила его, и прям влага началась паряться, мне сразу холодно стало, вот, не моя тема летом, вот, а все остальное прям вот реально крутые, крутые штучки. Все, я с вами прощаюсь, до новых встреч на моем канале, пролайкайте это видео, девчонки, поставьте ему лайк, потому что очень много времени трачу на съемку, на монтаж, и если вы посмотрели это видео, ответьте благодарностью. Вот. Самая большая благодарность для блогера — это все-таки
какая-то отметка, комментарий, либо, не знаю, какой-то цветочек поставьте, пролайкайте, дизлайк, если хотите, хотя сейчас дизлайки никак не отображаются, вот. Но все равно буду ждать вас, вашей какой-то реакции, уже стала заговариваться. У нас сегодня Рождество, ну, как сочельник, говорят, хотя мы всегда отмечали 6 на 7 этот праздник, и вот я сегодня там приготовила на стол, решила пока красивое вам отснять видео. Вот, вот эти сережки, кстати, сережки Фаберлик, очень классные, прям такой animal стиль, так как у меня ёбка сейчас леопардовая, собственно говоря, и решила эти сережечки тоже одеть. Очень красивый наборчик такой, крутецкий. Ну и так уже это, девчачьи шалости, женские. Вот, все, ладно, давайте, всем пока. Жду ваших реакций на это видео. А, я вас обманула, мне придется это видео теперь монтировать. У меня, оказывается, еще один продукт, я не знаю, как я его так пропустила. Тут, снимала и пропустила. Это натуральная эссенция стартер для лица. Антивозрастная, экстракт медуницы, сабельника, пижма, витамин С, растительный сквалан, без ПЭК, также без парабенов, силиконов, минеральных масел и так далее. Я сейчас обожаю, то есть я в последнее время тониками не пользуюсь. Я пользуюсь вот такими вот продуктами. То есть я наношу, у меня всякие есть разные спрейчики для лица. Вот сейчас я как раз добиваю этот продукт, который я привезла из Крыма, из Крыма, да, линейку, и перехожу вот на вот этот спрейчик, стартер, то есть он подготавливает кожу, у меня, кстати, все увлажняющие крема как-то так получилось, все не увлажняющие, а все дневные крема, и у меня все закончились, вот, и остались все ночные, куча ночных кремов осталась со всех линеек, потому что почему-то дневной крем у меня уходит гораздо, ну, быстрее, чем такой, вот, и чем ночной. Вот, ночных у меня полно. Я уже, знаете, решила, такая, думаю, блин, ладно, сейчас зима как раз, кожа у нас, ну, как бы она сильнее страдает, буду наносить, скорее всего, ночной вместо дневного. Хотя так не положено, но мне как-то жалко эти крема куда-то девать, но крема им нужно пользоваться, почему бы и нет. Да, потом себе куплю другую линейку, выровняю вот этот вот баланс дневного и ночного крема, когда у меня все закончится, и перейду уже на... давно хочу попробовать там одно средство. Вот, ну ладно, вернемся к этому. Натуральная эссенция, стартер для лица. То есть вы в течение дня берете его и разбрызгиваете в течение дня. И как, ну, я так пользуюсь. Может быть, здесь написано опять, что успейте нанести эссенцию стартер за 3 секунды после умывания, чтобы сохранить необходимую влагу в клетках кожи. Вот представляете, что я не по назначению, оказывается, ею пользовалась. Натуральная эссенция стартер – это косметика новое поколение. Стартер предназначен для подготовки зрелой кожи к дальнейшему уходу. Он обеспечивает уход за ней на клеточном уровне. Все средства, нанесенные после эссенции, действуют эффективнее. Успеете нанести эссенцию стартер за 3 секунды после умывания. За 3 секунды после умывания. Чтобы сохранить необходимую влагу в клетках кожи. Все правильно. Я уже думала, я ошиблась. То есть берете, умываетесь и наносите этот спрей, и он удерживает влагу, чтобы она у вас не испарялась влагу в кожу. В течение 30 секунд надо успеть, это самое главное, не забывайте. Вот, но я не храню косметику в ванной, потому что ванная, она портится гораздо быстрее. Вот такой вот эссенция стартер, после умывания нужно ее наносить. Все, всем пока-пока.